Всем привет! Вы слышите Андрея Плешивиня, канал Федя Играет. Подписывайтесь, и это последняя серия командного матча 2 на 2. Да-да, четвертая. Напоминаю, что любой комментарий с результатом этого матча или с намеком на результат будет удален, а его автор забанен на канале. Приятного вам просмотра! Ну давай, обстреливай Мумбаи. Давай, захватывай лансером. Я высадился, там появился ниоткуда этот броненосец. А чё ты лансером? Да потому что я кавалеристами хотел. Ну шифтом лансером тогда через речку, я не знаю. Захватишь, следующим ходом захватишь Мумбаи. Дай мне золото 5. Заход? Да. Слушай, сейчас какой-то глюк произошел. Чё? У меня только что в горы, у меня в городах все построилось. Хотя в том же Коринфе, например, у меня кавалерия 46 ходов строилась. Поэтому у меня вопрос, не построилось ли у них теперь все. Что у них, так у них и так города развиты. Не, ну, блин, он бы там мог какой-нибудь, что-нибудь. Там город Виджаянагара этот, здоровый тоже. Или твою. Да. А, у него уже 4 самолета. Ну, убирай, может, войска оттуда. Чё их сдавать? А, захватил. Сжигай нахер. Может попробовать взять Дели? Нет. Нет, дружок, ты уже Мумбаи не отобьешь свои. Я рекомендую последовательно Мумбаи, Сиса Чаналай, да, чтобы он догорел, Сукатай забрать. Пускай он играет одним городом. Сукатай предлагаю линкорами. Я тебе объясняю, он одним городом, то есть он, у него будет единственный вариант это в космос улететь. У него нету выхода к морю. А в это время мы спокойно строим атомную бомбу. Ты думаешь, это так просто? У него быстрее будет атомная бомба. Ну так быстрее, но он не видит нас. Ему неоткуда будет ее кидать. Согласен. Ты будешь контролировать всю карту на его территории. Ладно, короче, слушай. Надо... Надо что надо? Арт-батареи. И... Линкоры. Линкорами... Мы захватим города сиамские. У нас всего два. Да ты, я тебе могу Спарту отдать, и ты Спарту, Сукатай, будешь самолетами. Не, самолеты само собой, но линкоры должны быть. А, ну если захватить город, да. Нравится ему.
Вот для чего нужен. Я просто тяжело объяснять. Деньги есть? Нету, да? Нет. Ладно. Так, я буду в Афинах строить эту проект Манхэттен. Давай. У тебя есть рабочие? Тебе они там сильно нужны? Подари мне вот рабочего под Коринфом. Да, кстати, сейчас же будут эти ядерные эти. Ты, в общем, смотри сам, где у нас. Ты скажешь мне потом, хорошо, я не буду смотреть. Главное, чтобы было. Слушай, ну я под активами убираю крепости, как ты думаешь? Они мне как-то развиваться не дают. Ну, убери, скажем, ключевые, которые... Ну, то есть оставь хотя бы 2-3, особенно которые ближе к побережью. Они как раз этим мне и мешают. Они же на моей территории, а те вот не на моей. Ну, в общем, смотри сам по обстановке. Я просто не уверен, что мы тут удержим побережье. Надо быть уверенным сначала в этом. Ладно. Смотри, ты захватил город сразу с берега? Да, это все время захвачиваю. Ну у меня ж линкор прикрывает, блин. Вот новый шпион. Большие проблемы. У нас уран на берегу. Нам надо захватывать как угодно Сукатай. Иначе он будет приплывать и наш уран фигачить. А у них уран уже добывается, Виджаянагара. Зашибись. Более того, у них два, да, я, да. Как минимум два урана я вижу. Ну, замечательно, блин. Абсолютно ровная карта. Ты уверен, что у тебя нет урана? Ну, именно так добывается сразу уже. Нет, у меня ноль. Ладно. Сейчас я еще внимательно всю карту просматриваю. Но это, конечно, подстава. Блин, надо какие-то войска защищать там этот... Так, что исследуем быстренько? Давай, радар. Блин, я убил бомбардировщика своего случайно об город. Так, ладно. Сукатана надо захватить, говоришь? Да. Спарту отдавать тебе? Что там происходит? Они авиацию в Мумбаи засовывают? Что за самолеты я слышу? Мне не отображается, у меня какой-то глюк с этим. Я не знаю. Нет? Не переправляют? Ты проект Манхэттен учишь, нет? Манхэттен. Я достраиваю в Афинах эту гидростанцию и буду строить проект Манхэттен. Uh-huh. Нам же еще атомную бомбу открыть надо. Тут как бы еще рано что-либо кидать. Дели три хода до проекта Манхэттена. А Виджаянагара строит бомбардировщики. Ну это вот зря. Вместо того, чтобы все кинуть на бомбардировщики. Так, а что в Сукатае?
А Сукатай броненосцы клепает, слышишь? Это плохо. Это реально, вот это плохо. Да я тебе говорю, что надо Сукатай захватывать, понимаешь? Это единственный город на побережье, который хоть что-то может сделать. Давайте даю Спарту и перекидывай туда. Нафиг нам этот... Подожди, подожди со Спартой. Надо подумать. Ничего так просто. Бомбардировщик уничтожен. Блин. Он... Стой. Он купил... Он что-то купил в Мумбаи, какие-то стены или что. Увеличилась защита. Было 40, стало 61. Да киньте этот Мумбаи. Там нету ничего. Все, мы его захватили, разрушили. Сукатай. Блин, я не могу выбрать юнит. Что нафиг? Пользуйся клавиатурой. А? Как? Клавиатурой пользуйся. А как юнитом менять? Там, где B и U. Стрелочки такие вправо-влево. Он какой-то поселенец, я смотрю, у Индии. Внезапно. А зачем ему поселенец, интересно? А, может, на тот случай, если Мумбаи сгорит все-таки? Посчитай клетки. Долетает ли 8 клеток бомбардировщик или нет? Откуда? Из Спарты? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На седьмой клетке Сукатай. Между Спартой и Сукатай 6 клеток. Хорошо, в следующем ходу давай уже. Стой, у тебя нефть не закончилась? 3 нефти. Закончилось то, что я тебе нефть передаю. Он обстрелял мой линкор. А почему у нас в Сиса Чханалае нет до сих пор? Будет следующим ходом. А, через 2 аж хода. Они сейчас все дольше и дольше устанавливают наблюдение. Ну что там может строиться? Ну, город в 3 размера. Да, мне чтобы обстреливать. Ладно, давай Спарту. А сколько у тебя счастья? 2 хода, минус 1. Да хрен с этой фабрикой. Давай. Ну, даешь? Так, да, отбегу в туалет. Убери, все, громко было, першило, короче.
Короче, там Сисачханалай. Ну. Отдан индусу. Ну, в общем, может его взять. Но, с другой стороны, я его не возьму. Зачем? О, блин, как все тяжко. Дай мне одну нефть. Не могу. Он сжигает Сисачханалай, слышишь? Отлично. Что за бред? Ну, хороший, мне нравится. Такой подход. Не, мне тоже. Нефть ты мне не хочешь дать? Не, а? Я не могу тебе дать нефть, извини. Не знаю почему. Чё? Что, у тебя нету нефти? Слушай, Сисачханалай обратно дам. Я не знаю, что они делают там. А, может, он случайно нажал, типа, сжечь. Смотри, какой-то город, он тебя перекидывает. Какой? Блин, тут глючит. Он куда-то перекидывает. Смотри, город слева от Сисачханалая, мы его не видим. Но там 7 бомбардировщиков уже. Сисачханалай? Нет, слева от Сисачханалая мы не видим этот город. Угу, я понял. Видишь там 7? У тебя есть эта цифра 7? Нет, я не вижу. Так, у меня тут кавалерия как раз вовремя появилась. Так, я тебе буду города железной дорогой соединять. Угу. И пушку из-под пасаргады. Пушку. Угу. Зачем тебе артиллерия? Ну, где-то завалялась. Нет, строишь в пасаргадах артиллерию зачем? А, не помню уже. Что-то хотел я... Ну, пускай уже достроится так. Слышь, только ты там в Спарте специалистов в университет. А, там, наверное, он уничтожился. Блин. У меня фигня в том... Что он обстрелит мой линкор? Я не могу ничего сделать. А там конница. Ну, блин, вверх отведи. Посчитай клетки. У него бомбардировщики, вот смотри. Сейчас. Тихо. 4, 5. Убирает, а что, зачем? Я не понимаю, почему мой триплан не защищает. Почему нет перехвата? Где перехват? Ну, видимо, может, они не в радиусе действуют. Ну, как это? Вот посмотри, где... О, ну, решил убиться. Он убился. Может, на их территории не работает? Купи в Спарте клетку, вот... ну, блин, выше, вот где нефть, ниже нефти, купи клетку на море и туда остановись. Может, не работает на их территории? Прекрасно. Купил, у меня теперь настроение минус 10. Чего это? Потому что я аннексировал город. Дай мне какой-нибудь город отдай свой. Не нужно. Давай Спарту отдам быстро и бед. Гордиум. Спарту отдам, ты мне обратно дашь ее. Там у тебя самолеты, они пропадут. Точно. Где можно? Горди, да, давай хер с ним, с Гордием. Ну,
Блин, слушай, что делать? Уланов высаживать, наверное, я не захочу сейчас. Но он убьет мой линкор. Расстреливай его войска. Убери линкор выше куда-нибудь. Куда? К Микенам, туда выше. Блин, у него не может доставать всюду это его. Выше просто может, но он, блин, убьет, конечно. Ну, хотя бы Улана выше передвинь. Так, у меня опять великий ученый родился. А не успел. Ну там тоже линкор. Обстреливай его линкор, обстреливай его юниты на этот раз. Сжигай ученого на радар. У меня нет ученого. Я тебе подарил только хорошо, что. Хорошо, спасибо. Да, у нас всего 4 урана. Я не понимаю, почему у меня мои самолеты, блядь, не перехватили стоя. Я думаю, потому что ты на его территории был. Ну, я правда не уверен 100%. Слушай, я думаю, что у него там уже эти. Да, у него уже современные бомбардировщики. Может, поэтому и не перехватывало, что у тебя старое, а у него новое? Не знаю. Блин, как же так с Дели получилось, а? Via Vijaya Nagar строятся паратруперы. Парашютисты. И в Дели тоже парашютисты. Он планирует парашютистами захватывать наши прибрежные города. Блин, я могу украсть технологию, но нам один ход осталось. О, я сейчас... Блядь, я не взорвал ученым. Так кради технологию и взрывай ученого. Так нам один ход осталось до баллистических ракет. Если я его сейчас взорву, я смогу украсть другую или нет? Ну, вот не знаю. Попробуй. Давай попробуем, все равно один ход. Давай. Да. Два хода. Давай, кради. Ну, все равно сэкономили. Апгрейд. С деньгами проблемы. Ну, вот мне не спасибо. Хо-хо-хо. Ну, если у них уже бомберы. Слушай, они на своей территории там городов понаставили. Угу. Слушай, отправь в Мумбаи какого-нибудь шпиона. У меня через 7 ходов в Дели украдется технология. Все, отправил. Так, и нас еще... А, во всех остальных есть. Еще
еще какой-то поселенец индусский. Блин, короче, у меня не украдется ничего ни в Мумбаи. Мы, походу, опять их догнали по технологиям. Так, давай атомную бомбу открывать. Так, теперь деньги надо копить. Но опять-таки, блин, сейчас если они скинут бомбу на Спарту, все самолеты подохнут. Да у них еще нету бомбы, ты че? Но они быстрее откроют ее, по-любому. Ну так мы увидим, что они ее строят или купили, или что. Слушай, а чего у тебя такие проблемы? Ну только что закончилось от тебя золото. Ты мне, может, не давай 44, пускай я потерплю уже с наукой. Все равно основная наука у тебя там. Сколько у тебя наука? Плюс 400. Ну, у меня 204, если ты мне дашь денег, то будет 248. Я не думаю, что это важно. Ты лучше копи деньги. А, я не знаю, что с самолетами делать. В каком смысле? Обстреливай его юниты. Да не могу, потому что денег нету. Не могу наапгрейдить, все они не долетают, недолет. Недолет. В смысле, бомбер, куда он долетает? Вон у него стоит этот. Ну бомбер лечится, Лёш, ну у меня хакра красная у них уже. Ну, ты знаешь, какой урон получает бомбер от атаки на линкор? Большой. А что ты, блин, кавалерию строишь? Строй самолеты. Надо же чем-то захватывать, правильно? Может, парашютистов построить? Я, правда, не знаю, как они двигаются точно. Ну как? Ты из города их высаживаешь на город соперника и все. Да? Так да. Что, может, построить один отряд? Построй, конечно. Сейчас тебе прочитаю Википедию. Цивилопедию. Да, блин, вот ты... Да, конечно, жалко Дели. Ну, что было, то было. Так, паратрупер. А, может высаживаться только на 5 тайтлов с дружеской территории. С нашей? Ну да. Ну как раз. Так что... Что, тебе 5? Хватит? Где дорогу проведи, где 5? Твои рабочие сейчас наверху возле Микен. Поставь дорогу по фермам вдоль реки, выше Спарты. И я высажусь прямо возле Сукотая. 6-я клетка. Или 5-я какая там, короче. Хватает. Тебя не волнует, что он будет видеть твоего парашютиста? Ну так я это с шифтом сделаю в конце хода и потом попробую взять. Ладно. Так, еще раз, где овцы, да, вот там ставить дорогу? Нет, вот ниже чуть клеточка. Где лес? Блин. Вдоль Спарты сверху дорога. Где там, где поймы, фермы, поймы.
Справа от Спарты или выше, сверху? Выше, слева. Две дороги в направлении, то есть там, где у меня еще пленочку моря захватывает. Хорошо. Окей. Они пока не открыли атомную бомбу, потому что нам у них нечего воровать. Как тебе такое сообщение? Ну, как тебе сказать? Бомбу скидывать надо только на Дели. Все остальное говно. Ох. Я не успею к твоему паратруперу построить дороги. А, ну тут одну дорогу, в принципе, можно-то. Блин, дай одну монету. Нету? Блин, как обычно. Продай что-нибудь. Сейчас я продам. Подожди, я продам. В каком-нибудь дебильном городе. Сейчас, секунду, не успеваю. Спасибо. Так, у него уже парашютисты. Ну окей. Я не совсем понял, как работают эти парашютисты, если честно. Но у тебя есть там клеточки? Ну, короче, вот у меня парашютисты такой... сейчас в столице, и чё? Вот что мне с ними делать? У тебя там есть кнопка «высадиться», правильно? У тебя радиус появляется. Ну, да. Ну, вот точно так же. Видимо, двигай на побережье и высаживайся. Опять он отдал, слышишь, он отдал Сиси Ченалай индусам. Сейчас индус перекинет туда... Он перекинет туда самолеты и будет Афины обстреливать. Ну, извини, что я сделаю? Я не знаю, что делать. Убери пушку, на нижнюю крепость поставь. Там не будет видно ее. Потом он высадится паратруперами на Афинах. Убирай в радиусе Афин свои войска, чтобы он их не обстреливал самолетами. Ну так, пока он еще не перекидывает туда самолеты. А где у него вообще самолеты? В Дели? Что-то я не пойму. Что у него куда-то самолеты делись? Знаешь, что... У меня есть, конечно, предположение, что мы могли попробовать подарить свой город с самолетами и так их похерить, потому что я как бы не вижу самолеты. Только один самолет я вижу у индуса. Что ты там, парашютиста двигаешь, да? Я сейчас следующим ходом закончу дорогу. Дорога закончена. Так, они открыли тоже атомную бомбу вместе с нами. Он, наверное, сейчас купит атомную бомбу и скинет на Афины. Я думаю, на Спарту. Но пока их так, не видно. Так, что мы учим? Значит... Ядерную ракету? Ну, давай. Ну и в космос, да?
Ну. Блин, а где уран? Дай уран. Два хотя бы, или три. Ну, три дай. Да я... Ну, короче, сколько? Чё? Вообще было бы классно купить эту... 460. В следующем ходу смогу купить. В Дели строится атомная бомба, один ход остался. Ну, то есть у них построится, и у нас построится. И что мне делать с ней? Куда мне бомбу? Ну, видимо, на Сукатай. Блин, ты, короче, сейчас должен высадиться как угодно своим этим и захватить Сукатай. У тебя, грубо говоря, два хода. Круто. Слушай, а давай, может... Слушай, нам надо в Гордиуме купить... корабль, на котором атомная бомба перевозится. И оттуда уже Мумбаи. А корабль этот стоит 800 золотых. Так, атомная бомба у него закончена, видимо. Не, я думаю, что из Сиса Чаналай они будут кидать бомбу на Афины все-таки. Я не знаю. Че, мне покупать бомбу в Спарте? Скинуть на Сукатай? Ну, бля, а ты его взять не можешь? Не могу. Не могу, пытаюсь, не могу взять. А парашютиста не высадить? Могу, вы. Ну вот не могу. Он убивает быстрее. Мне надо обстрелять город, а он уб... Я уже потерял, короче, наверное, штук 15 отрядов конницы. Не могу я взять. Слушай, лучше накопить деньги на бомбу и на этого перевозчика. Он 800 золотых стоит. И на Дели? И купить в Каринфе я куплю, ты мне скинешь деньги, и на Дели скинуть. В Гордии можно купить бомбу. Слушай. Ты понимаешь? Ну. Но я не знаю, сколько стоит перевозчик. Блин, может сейчас... 700, я же тебе говорю, 800. Ну это у тебя, он мне дешевле стоит. Короче, на Сукатай сбрасывать бомбу быстрее, 10 секунд осталось. Ну сбрось. Все, сброшу. Там он армия, ты можешь, сможет его... Слушай, ты его сможешь взять тогда. Да, попробую сейчас. Высаживайся там парашютистом. Секунду. Только... Я не смогу атаковать в этом ходу парашютистом, это я точно. Я понимаю. Ну, ты знаешь, мы экономику хорошо подорвали. Ну, конечно, лучше на Мумбаи. В смысле, на Дели ты имеешь в виду? Ну да. Мы это сделаем через три хода, я надеюсь. Будут деньги у тебя? Да. У меня построится бомба. Короче. А как сделать? То есть надо будет тебе Гордиум отдать, да? Что у тебя со счастьем? Слушай, если он закинет бомбу, у меня поумирают все мои юниты, ты не знаешь? Наверное, да. Самолеты, да, наверное, может по... Но я не вижу у него бомбы нигде, ни в одном из городов, которые рядом с
со Спартой, он на что-то другое их копит, эти бомбы. То есть он уже явно их построил, но... Короче, бля, я вообще их не вижу, где они. То есть либо глюк какой-то, и мы их не видим. Во, он начал Афины бомбить, слышишь? Угу. Ну... И он сейчас высадится, видимо... Раз, два, три, четыре. Он прям под Афинами, переводи войска, он прям под Афинами высадится сейчас. Я не успел. Ну ладно, тут у Афин как бы нормальная защита оказывается. Все, он скинул бомбу на меня. Ну я же... А нет, смотри, не погибли. Осталось 4 самолета. Так а чё ты парашютистом не перенёс? Так, потому что я, ты мне говорил ко мне, я успел в последнюю секунду нажать. Так не надо было. Ну я бы захватил уже город. Ты говоришь, ко мне надо. Я отвлёкся. Так юниты, а не парашютисты. При чём так тут у меня других юнитов нет. Какие юниты ты видишь у меня? У меня много юнитов? У меня юнитов ноль. Одни парашютисты, всё. Ну вон Афина уже почти... А, вот так он на тоже Афины почти. На, он на Спарту, он между Афиной и Спартой скинул. Так что, ну, приоритет на Спарту. В общем... В общем... Гордиум я тебе отдаю. В следующем ходу, не сейчас. Высадились под Афинами. Он будет следующим ходом брать их. Ну мне нечего. Я не знаю, как он высадится. Почему у меня не высадились, я не понимаю. Потому что кнопка высадки. Ты что, просто я нажимал кнопку высадки, парашют сбросить. Он не, они не высаживались. Я не знаю почему. Я знаю, что такое кнопка высадки. Они на его территории не высаживались. Ну, я еще не добегаю. Хреново. Я с парашютистами никогда не, блядь, не разбирал. Не мог разобраться. Ну плохо. Ну плохо, но я тебе говорю, что я ему нажал кнопку высадиться. Они не высадились у меня под сукотаем. Почему? Я не понимаю. Я без понятия. Вот я сейчас не могу десантироваться по шутистами. Я в пастрогазах, я не могу ими нажать. Я не знаю почему. Видимо, потому что ты двигался ими уже, да? Или они только появились? Ну, двигался ими, ну, чё? Ну, если двигался, то всё. А, так атомную бомбу мы уже не построим, да? Почему? Проект Манхэттен был в Афинах. Не, могу устроить. Да, и сейчас вот они разрушат. А нет, они к Спарте идут. Сейчас они разрушат Уран. Окей. Блять. Я думал, он не умрет, мой юнит. Эх. Давай мне Гордий. Блин, Афины теперь хрен возьмешь. С такой защитой.
Слушай, как они вот так вот перемещаются? Я не понимаю. Ну вот я не понимаю, с парашютистами вообще. Спасибо. Опять бомба. Куда он скинул на Спарту опять? У меня уран минус один. У меня есть бомба. То, да, чего они, то, чего они не подозревают. Я купил авианосец. Ты бомбу в Гордио можешь перекинуть? Да, но я не буду этого делать, потому что я в Сузы его перенесу. Не нужно палить ее. Окей. На 10 клеток она. Да, раз, два, три, четыре, пять. Вот я дурак. Надо было в Гордию перемещать. Ну давай поменяемся. Я тебе могу. Бля, он Гордиум обстреливает. Да, я вижу. Мы можем поменяться, типа. Каринф я тебе отдам. 4, 5, 6, 7, 8. А не надо уж. Да что со счастьем? Он сейчас захватит. Ну как же ты, блин? Он захватил город. Ну я понимаю, что он захватил. Я не успел, он фаст-клик. Это фаст-клик, что я сделал. Я не успел. Извини. Я не знаю, что теперь делать с Гордием. Точнее, как бомбу донести до Дели. Ринф я тебе еще могу дать. Но он не долетит, раз. Ну считай сам, не долетит никак. В смысле не долетит? 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, в смысле... А ты можешь... Ага, ну да, да, да. Ну в следующем ходу уже время прошло, таймер. Ну что, принимаешь? Давай чуть-чуть. Через 10 секунд, ну 30 точнее. Я хочу, чтобы они, ну, не успели сориентироваться. Сиса сочханала и все. Давай в Кринф. Я тебе уже отдал.
Опять настроение минус 10. Ну что ж такое? Ну, тебе настроение сейчас не надо. Особенно. А я не могу ничего купить. Два хода сопротивления. Почему, не знаю. Почему не могу ничего купить пока? Да. Ты мог бы мне Тарс еще отдать. Ну, хуй, отдавай. Да ладно. Причем Тарс устроил, давай, там не давай, будет, давай, кстати. Давай, я тебе отдаю Тарс, сейчас я сделаю предложение. Карин, ты мне Тарс. Так а зачем? Ты не проплывешь. Проплыву. Проплыву. Где этот, блядь? Вот. Сейчас проплыву. Ну вот фаст-кликеры. Что? Города нет. Я проплыву через Каринт. Так они не должны этого видеть. Мне нужно еще 2-3 хода. Если получится, сброшу. Но если не заметили, то понятное дело, что не сброшу. Ну, они понятно, что сами строят атомные бомбы везде. Да, в Дели 2 хода до атомной бомбы. Вояджа Нагара. А этот парашютистов строит. Ну, что там, поплыл чувак к этому Каринфу? Блин, и понимаешь еще какая херня? Понимаю. Не можем же под Сураном. Чего ж нам так с Сураном не повезло? Ну и с Индией, блин. Ну как так? Ну реально. Ага, все, там они за ней просекли. Ну попробую, конечно, рвануть. Пока не иди, подождем, что там. Бомба на Персеполис упала. Ну все, это ГГ. Две бомбы. Они Спарту захватили и оттуда. Ну все, ты да. Ну все, ГГ тогда. Ну давай я бомбу хоть попробую скинуть на них. Ну давай. Ну напиши, что доносите уже. Играем до последнего. Хоть поставим рекорд, сколько мы продержались. Блин, охренеть. Так, ну. Я сбросил на Дели бомбу. Молодец.
Ну, видишь, конечно, традиция тут. Слушай, так, а если ты не можешь высаживаться парашютистами, что ты их строишь? Теперь могу. На своей территории могу. На чужой не могу. Mm-hmm. Я не знаю, почему я не мог на чужой территории высадиться. Я об этом напишу в отчете, я не знаю. Я вот тут инфантри построил. Прекрасно. Умер мой. Ну что, спутники? Или танки? Давай танки. Давай. Сколько у тебя науки? Плюс 300. И сейчас на ученые будут. Понимаешь, им достаточно просто Микены бомбить атомными бомбами хотя бы. И у нас атомных бомб не будет. К сожалению, это правда.
Ага, город он сжег в порту. Ну ладно. Афины хочет убить, да? Так. Куда бомбу скинул? Ага, на посадку. Попробую сейчас починить. Уран. Ты тут вообще? Да, да.
Уран, дай мне. Откуда? Просто дай, пожалуйста, уран. Угу. Так, ну давай, наверное, финал завтра сыграем, а то я уже так перенервничал. Давай. Ну нафиг. Не хватало мне еще с тобой тут посидеть. Так. А почему мы не можем ничего украсть у них? У них что, наука меньше, что ли? Я не понимаю. Ну как это? Интересный вопрос. Может, они идут по тем же техам, что и мы? Ну, хрен его знает. Но как-то мне это не очень нравится. Не, ну смотри. Сиам, грубо говоря, вообще уже... Да, Сиама там нет. То есть тут идет только спор между тобой и Дели. Ну, и Дели. Такой спор. Леш, я не знаю, что тебе сказать даже на этот счет. Ну тут... Нет, я имею в виду по науке. Окей. Сейчас бомба туда может упасть. Надо... Не успевает фаст-кликом. Ну что, надо или скидывать бомбу? Ну, конечно. Что, какие-то варианты есть? Хорошо, попробую. Не буду обещать. Там опять вон стоит этот. Броненосец. А, ты предложил, ты на завтра предлагал перенести наш, да, с тобой матч? Так естественно, 12:30. Ты что, я завтра на работу вообще? А, у вас же там День независимости. У нас строится вообще-то. У тебя завтра в твоей стране День независимости? Нет, 24 августа у нас День независимости. А что у вас завтра? Никакого праздника? Ну, я же говорю, Троица.
А, Троица. То есть выходные. Да, там еще День Конституции должны праздновать скоро. Но в целом... А не слишком много у вас выходных? Ну, такая у нас страна. Так, что учим? Ну, не знаю, давай вертолеты. Ну, давай. Вертолеты. Что, будем вообще оригинально играть. Ну, стелсы, конечно, здорово бы открыть. Слушай, мы по грамотности одинаково идем. Ну, теперь, что мы, походу, а давай криогенику откроем. Слушай, лодки надо. Давай криогенику. Тем более, если мы одинаково идем, мы у них что-нибудь достырим, когда мы. И где ты собираешься строить? Тарсия покупать. Тебе открою один секрет. Мы сдержимся за счет того, что мы покупаем ресурсы. Вошел в информационную эру. Угу. Значит, все-таки он использовал. Ну давай ядерный тогда. Странно, как они ваши, но все равно одинаково. Ну еще не показывает, наверное. Давай ядерный лучи. Да не, все равно мы первые по... И ничего не можем... А, вот, все-таки уже можем что-то украсть в города. Ладно, пора зенитки бы строить. Короче, если все получится, я на следующем ходу, сколько, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, скидываю бомбу на Дели. И? Черт, недолет. Придется на Мумбаи. Недолет, к сожалению. Он стал, представляешь? Да, я видел, я тут смотрел. Дай мне Коринф. Мне надо переправить туда, авианосец спрятать. Блин, вот херня. Что, кого убило? Да он хочет высаживаться у меня тут под городом.
пацана. Слушай, нам бы шпиона кого-нибудь в городе. Я... Угу. Все, я уже хорошо поместил. Угу. И в этот, все... Слушай, у меня шпионы сидят в Дели, Муанг Салуанг, Виджая Нагара и Сукатай. Надо еще шпиона вот в этот Си Сачаналай, чтобы все, хватить, и вон Лампанг еще какой-то. Так, у меня в трех городах индуса. Давай так, я в индуса, ты в этого. Договорились? Сукатай, есть у тебя шпион? Все, да, тогда я к индусу иду. Гвардии беру. О, в Дели 6 ходов до ядерной бомбы. Хреново. Было бы неплохо кинуть бомбу именно на 6-й ход, когда он ее построит. Ну, не знаю, не знаю. Не успел. Фаст-кликеры. Ну реально, эти программы всякие используют. Спасибо. Слушай, я построю поселок в Афинах. Окей. Попробуем поставить городок. Самое грустное, что я не убью этих пехотинцев. Блин. Да ладно, хрен с ним, с этим городом. Тут ливень такой начался. Как бы свет не рубануло. О, слышишь, шум нет? Не. Ну я понял. Ладно. А тут шумоснижатель стоит на микрофоне.
круто. Эх, ма. Ну что, через 3 хода у тебя ядерной бомбы не будет? Точнее, через 2. О, Тарсус захвачен. Ага. Блин, надо было... Вот я сделал херню. Ну хотя, что я сделал? Они ж фаст-кликеры. Так. У меня бомба через 2 хода. Да. Блин, ну как они так заметили? Ну, Сетлер готов что, ставить на месте Спарты? Да. Да, попробуем оттуда бомбу пускать. На модели. Молодец. Слушай, может, мы еще выиграем? Ну, конечно. Особенно я. Да чё, ты, если б не ты... Я уже много чего не было. Так, Тарс я отбил. Сейчас брошу на Горде, наверное, бомбу. Thank you.
Короче, попробуем сейчас сделать одну фишку. Если получится, будет круто. Сейчас тебе кину в стиме, что я тут катал о них. Потом, если что-то будешь писать про партию, добавишь. Хорошо. Добавить как от тебя? Ну, можно так, да. Хорошо. Если буду писать, то добавлю. Надо, чтобы, понимаешь, нам бы бомбоубежище построить, но она хер знает где. Ну, в верхней ветке очень-очень далеко. Каринф захватили. Так, сейчас еще одна бомба на Дели упадет. Вот сволочь, он атомную бомбу потратил на то, чтобы убить мою бомбу. Молодец. С деньгами тебе тяжело, да, выровнять? Конечно. Плохо.
Ну все, по Саргады его. Ну, короче, это доигрывание. Посмотрим, на каком ходу они возьмут. Шкурюха, рекорд поставим. Или ты хочешь выйти? Я могу посидеть. Я тут параллельно делами занимаюсь. Я понял. А, они решили, наконец, Афины взять. Ну, они уже брали Афины. И пытались брать. Ну. Так что, не впервой. Я смогу бомбу бросить под Афины в следующем ходу, если это поможет. Ну, либо тогда. Да тут как бы два юнита всего на данный момент. Наверное, будет... Ты бы по Гордиуму лучше брось. А, ну вот он начал уже бомбардировщиками обстреливать. Ну, блин, я же не успел. Как он быстро это все делал. И он еще в крепостях сидит. Жопу.
Ну так что, под Афины бросать или все-таки на Гордий? На Гордий? Там же у него эти самолеты, которые я понял, Афины обстреливают. Нужно еще ход минимум ждать, еще надо его перебросить сначала, а потом уже только бросать бомбу. А так ты сразу можешь под Афины, ну, да. Типа? Ну, под Афинами один юнит, понимаешь? Ну, убьешь ты его, он еще подкинет. У меня золотой век решился. Ты процветаешь. Да вообще, вообще. В ядерном угаре такой. Все города в ядерном загрязнении тут такие золотые века. Это чтобы чудеса строились быстрее. А, хорошо. Сейчас я уже терракотовую армию поставлю. Можно. Ну все, ты сможешь на Гордиум скинуть, потому что он тут, судя по всему, этим ходом Афины брать не будет. Ну давай. Там будет в конце. Опа. Пару шутишь ты под Персеполисом. Ладно, надо танки строить, короче. Хочу я отряд танков. Захотелось мне. Ну что, я тут сброшу бомбу, но если это поможет, я не знаю. Все, самолетов нет. Молодец. У меня великий ученый в Микенах родился. С населением 3. Но у меня как бы во всех городах были университеты построены и поселены, соответственно, там. Ага. То есть это так вот через волю надо играть, я тебе так на всякий случай говорю, что если ты открыл, доигрался аж до университетов, надо во всех своих городах строить универы и садить там ученых. И вот оно даже в городе с населением 3 отбивается все-таки. Она не думает, что мы делаем вообще. Что за коварный план? Я планирую победить. Ладно, давай вертолеты уже. Ну, конечно. И потом попробуем реактивные истребители. Так, я шпионов в индийские города. Угу. А я в Пасаргады. Ой, блин, я тоже. Это ж индийский город. Ладно, какой-то лампунг, не знаю, что это такое. Ну, у них нечего красить. То есть мы по технологиям все еще одинаково идем. Слушай, так может мы научную победу получим? Ну, как бы мы тогда не то изучаем.
Ну почему? Все равно, это все равно нужно для Италии. Нет, надо, если для научной победы, то надо Хаббл строить. Давай Хаббл, идем в Хаббл. У тебя там великого инженера случайно не предвидится? Вообще да. Ну, будет. Вот. Сейчас переставлю, будет инженер. Значит, Хаббл великим инженером. Только ты его куда-нибудь. Ты знаешь, что ты его уведи его ко мне в Кносос? Да, да, не только его сначала надо получить. Ну то есть 345 из 469. Плюс 12. А плюс какой? Так что, три хода? Ты на сателлиты переключил исследования? Какие сателлиты? Да, на спутники, конечно. Ну, блин, что ты хочешь? У нас... Что, 24 ну, да. хода? Ну, ты видел мое население. Ну, тогда великий инженер как бы... Ну, ладно. Ну, я не знаю, что предложить. Ну, давай, окей. Тогда можно не спешить с инженером. Пускай город простил. Опять бомба полетела на Персеполис. Да задолбали. Все-таки меня теперь решили захватывать. Что я куплю? Я купил великого пророка. Пойду пророчить им. Слушай, так я могу взять по-другому. Так, там новые самолеты приземляются в городе. Ладно, придется бомбу новую брать. Правда, еще надо. Ходы. У тебя этот
хорошо. Я забыл, как его зовут. Художник. Появится скоро? Что, ну, мало ли, может, где-то там. Ну, мне бы художник не помешал. Нет, художника у меня нету вообще нигде. Золотой век дал бы нормальный профит. Может, там починить крепости вот под Афинами. К сожалению, тут опять закончилось место на жестком диске, и видео дальше не записывалось. Но, в принципе, уже все понятно. Единственное, я опять скомпрессирую наши переговоры, чтобы вы уже все услышали. И на этом все. Ну и давайте поступим так. Если вам уж очень хочется как-то в комментариях сообщить о том, что вы досмотрели это видео до конца, прибегнем к нашему излюбленному приему. Потроллим тех, кто не досматривает видео до конца. Пишите в комментариях: после этой игры Халецкий совсем опустился в моих глазах. Отписываюсь, стираю циву и рекомендую вам сделать то же самое. Конец цитаты. Ну а теперь финальные переговоры. Ты моего рабочего не отобьешь? Рабочего? Да. Под Спартой. Только я тебя... О, все могу. А тебе нет 15 монет, да? Нет, у меня минус 17. А, слушай, у нас алюминия нету. А где... На полу где-то. Поищи, пожалуйста, я. Вот Тарсус. А, ну да. Анделева все бомбы строит. Кстати, один инженер разве сможет кабл построить? Ну, может, не сможет, но... Ну, не забывай, какая у них столица. О, танчики. Блин, да фаст клик, блин. Сломал мышку? Нет. А, там две бомбы упало, понятно. Ну, блин, без вариантов тогда. Что, твои ставки? На каком ходу возьмут пересыпать? 255-й. Ну, я думаю, где-то 260-й. Вообще, по правде говоря, конечно, очень грустно тогда получилось с Дели. Но и вообще удивительно, что мы такую вылазку сделали. Мне, конечно, грустно наблюдать. То есть, как бы это два сильных игрока, Никола и HLDM, да? Но я тут... Я в этой игре не увидел никаких с их стороны стратегических побед, да? То есть, все, что они выиграли, это фаст-клик. Я не могу въехать, но вот, ну... То есть, если Никола, я так еще, ну, как бы недавно... Я ему писал после вот нашей игры в дуэли, я типа рассказывал, что, блин, это не дело. Ты либо расскажи про программу, либо переставай пользоваться. То HLDM — это вообще один из первых игроков, вот как я начал видео выкладывать. И мы с ним раньше нормально играли. У него... У него не было этого фастклипа. То есть он мог победить нормально, там, стратегически, как-то мысля и что-то придумывая новое, да. Здесь, получается, на море, да, весь флот был отдан за счет фастклика. То есть в чем, где тактика и стратегия вообще? То есть человек первым обстреливает, ну, двойные ходы делает, обстреливает юнитов, они умирают. И несмотря на все это, мы все равно... Могли победить, да? Вот спрашивается, нахера с ними играть, если, чтобы их победить, надо как бы их сверх превосходить, понимаешь? Тут не встречались два равных соперника. Поэтому, вот, ну, мне, честно говоря, как бы жалко времени, которое вот, мы потратили. То есть, я скажу, что мне очень понравилось с тобой играть вот именно в команде. И, ну и дуэльный мы еще турнир закончим, там неважно, кто победил, но как бы в моем понимании ты очень сильный игрок, то есть тут без вариантов.
Ну, блин, вот я когда проигрывал китайцу, да, я проигрывал по делу, это стратегия. Он меня обыгрывал стратегически и тактически в войне. Здесь мне, ну, просто обидно. Я не вижу, где мы проиграли. То есть, ну, мы сделали каких-то несколько хреновых штук, да, ну, чисто ложанулись. Но в плане игры, то есть, мы превосходили соперников. И, блин, слить все равно, понимаешь, я не понимаю, в чем кайф у них. Какой они кайф от этого получили? Они же выиграли за счет более быстрого передвижения. Я же тебе говорю, что когда начинается ход, и у меня умерло три юнита, я еще ходить даже при этом не мог. Тут никакой стратегии нет. Мы просто на голову должны были их превосходить. И то, несмотря на это, мы чуть не победили. Я зарекся еще после прошлой дуэльной игры играть с Николой. Я ему об этом так и сказал, что я с тобой в одновременные ходы играть больше не буду. Но, видишь, к сожалению, нас жребий свел. Одно дело обыгрывать вот, ну, фастклик, когда ты просто раньше этот юнит передвинул, чем я. Но вот то, что мы сейчас видели в этой игре, это просто офигенное доминирование фастклика над разумом. Так что я как бы не расстраиваюсь в проигрышу. Мне жалко только время. Я не получил от этого проигрыша удовлетворения, что типа, блин, да, меня победили, эх. И типа я научился чему-то новому. Знаешь, ведь обычно побеждают, когда соперник что-то какую-то против тебя такую тактику применяет, которую ты не в курсе. А что здесь было? Ну, может, ты просто не знал про парашютистов, это Ну, вот они. Нет, это не то, что я не знал. из... Они реально не высаживались. Ну, блин, я кликаю высадиться возле Сукатая, он не высаживается. Да, на самом деле это фигня еще. Сукатая, это даже если бы мы его взяли. С Дели фигня. Ну, я уже передвинул лошадь. То есть я мышкой кликнул атаковать. И она передвинулась ниже, потому что у него клик быстрее. Сжигай ученого. Ну, еще 10 ходов. Там много. Ну вот, А все, где я. инженер? На. А инженер Инженер, где? так инженер появится скоро. Я вот только думаю, блин, сейчас у меня так сделать, чтобы появился и инженер, и художник в один ход. У меня в КНОС, если на следующий ход бомбардировщик будет, так что я тебе помогу. Давай. Ну это. Ну Ну вот что? фастклик. У меня еще не прогрузилась картинка. Он успел убить мои зенитки, у которых был хил, и успел увести парашютистов, у которых там, не знаю, 5 жизней 100. Вот я даже не. Ну, у меня картинка не прогрузилась. Но даже должна выйти новая версия, да, нормальная. Ну вот с фиксом на вот эти штуки, да? Ну, блин, никто не знает, что там конкретно будет. Слухи ходят, что типа что-то будет. Ну, во-первых, появится пошаговый режим, типа, вменяемый. Ну, блин, пошаговый режим это только для дуэлей, как я так думаю, потому что это Ну долго, да. особенно с огромными армиями. Какой-то будет гибридный режим, ну, посмотрим. Ну, посмотрим, ну, как ты можешь пофиксить вот эти вот вещи, вот, если при одновременном ходе? У меня единственная идея, что какая-то инициатива, Да. чтобы была у войск. Но они это серьезная работа, это надо очень серьезно. Чуть ли не новая игра, поэтому я очень сомневаюсь, что что-то подобное будет. О, у меня в один ход должно родиться двое. Так. Слушай, я в Микенах, у тебя денег нету. Я в Микенах могу купить как бы атомную бомбу и на Сукатай Давай. скинуть. Сколько она стоит? Стоп, наверное, лучше мне купить, она же дешевле мне стоит. Да, ну и как ты мне ее Никак, отдашь? ты мне отдашь город, и я в нем куплю. Только не А, ну сейчас, у меня сейчас давай. денег нет, еще на доход. Вообще на 1000. Ну так посмотри, сколько она стоит. На он у меня Посмотрел уже, стоит да? 460. Да, у меня Серьезно? 410. А у меня она 1180. Естественно. Потому что ты другие институты принимал. Фига себе. Так, ну надо убивать парашютиста. Ну попробую следующим Давай, потому что бомбером. мне надо переправить тебе инженера на спрятки. Я уверен, что он будет двигаться им сейчас. Ну, что-нибудь лечиться там об нефть Ну какую. да. Но я попробую, конечно, выстрелить. Но... Ну, короче, даже если он вылечится, я думаю, он умрет. Ну да, не успеваю, блин. Слушай, а как так? У меня не родились в двух городах параллельно два великих человека. Ну, хотя как раз он родится ровно в тот ход, когда и спутники откроются, так что нормально. Микены тебе отдавать? В конце хода. Ну, я тебе сейчас предложу, ты просто в Окей. конце хода. Слушай, а можешь мне сбросить бомбу на Пасаргады лучше? Там столько войск, или ты хочешь за подлянку? Ну а сколько Ну тут смотри, войск? там хватает. А ядерную бомбу, кстати, ты можешь Не, купить? ядерную я не смогу, она дорогая. Может, подождем Да, меня лучше на сейчас он ядерную? убьет, там самолеты. Короче, я покупаю Персиполис, ну просто я умру. Я кидаю на коров тогда бомбу.
Ой, у него там какие-то ракеты еще в пассаргатах. Там бомбер. Какие-то глайд миссил. Не знаю, я их не вижу. Ну вот, посмотри, слушай, на пассаргаты, я не могу купить как бы... бомбу. А, нет урана. Ты же мне уран не дал. Я в СУЗах куплю, чтобы они не увидели. А, класс, у меня бомбер умер об него. А, не, не умер. Не умер, но отнял один, ну эту, но и не умер. Да ладно, ты не поверишь, я убил его. Это, наверное, впервые. Твой фастклик оказался круче его фастклика. Ну не знаю, потому что, мне кажется, он отвлекся. У меня пока прогрузилось, еще повышение нужно было выбрать. Скорее всего, он просто другим чем-то занялся. Короче, убей парашютиста и танкиста. Я сейчас бомбу сброшу на пассаргады. Окей? Не-не, даже в первую очередь пехотинца. Потому что танк... пехоту, ага. Ну, парашютистов, танк я убью. Который да, на последнем издыхании, да? Ну и потом второго обстреливай. Все, сейчас инженер родится. Че, в Кносос мне его перекинешь, да? Да че, я сразу в Экбатану. Ты можешь починить мне дорогу выше Персеполиса? Это нужно сделать как можно быстрее. Фу-фу-фу. Слушай, а как защита города вообще работает? Там каждый, по-моему, население... Один население дает один... к защите, да? Дополнительно. Без понятия. Так, ну что, чинишь дорогу? Ну, далеко, я вижу, где рабочий. Ладно, тогда не надо, тогда я шифтом похожу и шифтом попробую построить потом. Так, я взял своим самолетом продвижение против города, так что буду следующим ходом по Саргаде обстреливать самолетом. Я к Батану перекинул. Там, смотри, у тебя в СУСах танк родится следующим ходом. Может, попробуем по Саргаде захватить. Блин, нафига ты ферму строишь? Ты можешь дороги строить? Я же не могу юнитов передвигать. Ну вот сейчас я просто вот дошел до сюда. И начал ферму строить. Я в Персеполь посадил великого инженера. У него там сейчас в Дели готова атомная бомба. Ну я попробую. Так в Дели готова, ну пока он ее перекинет. Ну, короче, а что делать? Надо в Персеполе строить, иначе я нигде не построю. Может, мне в Кнососе построить, который побольше? Сейчас я все сделаю, чтобы построить. 8 ходов еще. И смотри, там у тебя этот парашютист. Вот так вот, надо было не отходить. Ну ладно, спасибо тебе, тебе за игру. Хорошо. Ну все, давай тогда, я думаю, завтра сыграем. С тобой уже. Давай, спасибо, пока.